Добрый день. У нас появилась вот такая новинка. Lego Friends. Lego Friends. Это кьюб Оливии для игр. Вот она, Оливия в очках. Ее фигурка у нас уже есть из других наборов. Да. Вот, со всякими там хомяками и так далее. Ну вот, как выглядит сама коробочка. Изготовленная, наверное, в Дании, да? Тебе видно вот тут? Можешь посмотреть? Угу. Дания, да? Белунда, Дания. Угу. Ну, они все, что мы брали, все в Дании готовы. Ну, что ж, достаем и смотрим. Вот еще разные наборы есть. Такие там же Стефани. Кубики, да, с другими девочками. Мия. В этот раз у нас Оливия. После вскрытия коробки вот что мы нашли. Пакетик с деталями. Наклейки. Наклеечки. Рюкзак. Куб-рюкзак и инструкция по сборке. Вот так. И на обратной стороне. Вот он действительно как рюкзак с лямками выглядит, этот кубик. Угу. Так, давай откроем. Помогай. О. Тут, как обычно, секретное животное какое-то. Угу. И еще один пакетик. Что тут? И рекламка. Давай смотреть животное. Я думаю, желтый будет. Мы все время желтые попадались. А. Кто тут должен быть? Собачка? Наверное... Кошечка. Кошечка должна быть. Показано, какие есть наборы. Ну, в этом именно животные. Вот кошечки нарисованы. Вон сбоку, видишь? Да. У нас кошечками. Вот. Так, а, ну да. Я думаю, что желтая. А ты думаешь, какая? Голубая. Голубая. Давай. Открывай. Будем смотреть. Я ж, наверное, угадала. Ну-ка. Кстати, тут еще пудели есть. Пудели то не в этом наборе. Давай кошку. Ай! Не угадали, ни я, ни ты. Ну, красивая кошечка. Ну, такая как неоновый цвет такой. Светящийся. Тут есть еще какие-то на тролль похожи, малюсенькие. Как прямо в Гарри Поттере. Это зайки. Добби. Зайки какие-то. Ну все, мы начинаем собирать. И покажем вам уже кубик собранный. Вот уже собранная шкатулочка, куб. Вот это задняя часть в виде, тут как рюкзак и ремни, да? Да, и там еще вот эти вот, как швы, типа, ну, узорчики, они светятся. Да, вот эта полосочка, так сказать, прорезистая, да? Так, что мы тут у нас? Кот падает, потому что он не прикреплен. Угу. Вот котик сидит здесь, в кресле. Сейчас мы поставим. Вот Оливия. Это у нее пульт, да? И как его называть? Джойстик. Там, кстати, есть еще экран, на котором она играет. Да, так кот все время заваливается, спать ложится. Там еще, кстати, в чашечке вишня. В чашке, она уже не в чашке, она уже там лежит. Да, и есть, тут запасная есть, да. А теперь мы Оливу сейчас уберем. Давай, доставай ее, покажем, что там за ней. Ну, можно. Она нагнулась. Ну, там наклеечка. И тут экранчик еще. И тут, кстати, есть еще планеточка. Опа, вот так, чтобы видно было. Ну, тут сверху, да, планета. Или тоже вертится. И есть еще, кстати, дополнительные наклейки. Еще. Они... Наклейками можно обклеить, да, сам кубик. Ну, вот такая вот игрушка у нас. Спасибо за внимание. Мы играемся. А вы покупайте. Всего доброго.